Засуха, пожары, усиление штормов, наводнения и другие природные катаклизмы – это все последствия изменения климата. Об этом сегодня на Азиатском форуме рассказал лауреат Нобелевской премии профессор Рэй Квон Чанг. На семинаре, посвященном будущим изменениям климата, руководители и представители научно-исследовательских учреждений, а также аналитических центров обсудили ряд важных вопросов. По мнению ученых, один из факторов, влияющих на изменение климата в мире – это человеческая деятельность. В ходе встречи эксперты также подняли вопросы зеленой экономики и ее устойчивого развития. Очень сильно повышается температура Земли, и это приводит к катастрофическим климатическим последствиям по всему миру. Одно только правительство или бизнес-сообщество не смогут справиться с данной задачей. Каждый житель населения должен взять на себя ответственность и осознать возможность влияния на ситуацию. То есть люди-потребители должны сами понимать, что те продукты, товары, которые они приобретают, связаны с выбросом CO2, с углеродным производством. Это влияет на климатические изменения. Вопрос устойчивого развития в условиях изменения климата – один из вопросов, который волнует ученых всего мира. И решение проблем в этом направлении должно исходить изначально из институтов образования. Как считают ученые, решить вопрос можно, изменив систему мышления у людей. И потому сейчас наша задача – сформировать внутреннюю культуру студентов по вопросам окружающей среды, устойчивой экономики и экологии.